У кого-то из них проблемная семья, кто-то сам совершил правонарушение, кто-то плохо учится в школе, но в лагере им об этом никто не напоминает. С ребятами работают психологи, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Именно такие дети особенно нуждаются в заботе со стороны взрослых, отмечают специалисты. Им нужно больше говорить на тему, что сделать, как сделать, для того, чтобы он почувствовал заботу о себе. Когда ребенок чувствует заботу о нем, я даже вот спросил у них, сколько раз вы сегодня в лагере отдыха питаетесь? Они говорят, 6 раз. Ну, я как? Говорит, хорошо. Программа профильной смены отличается от других. Ежедневно проходят всевозможные мероприятия. В лагерь приезжали кинологи, представители ГИБДД и медицины катастроф. Последние учили ребят оказывать первую помощь при дорожно-транспортном происшествии. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Это же глубокий синяк. И продолжает. Сотрудники госавтоинспекции даже в период летних каникул работают со всеми категориями детей, приезжают в различные лагеря, проводят мероприятия, показывают обучающие видеофильмы, отвечают на вопросы детей. Благодаря автоинспекторам отдыхающие смогли почувствовать себя в роли настоящих инспекторов дорожного движения. Они садились за руль полицейского автомобиля, включали сирены, пользовались громкоговорящими устройствами. К слову, такая смена проходит уже в 23-й раз. Путевки для оздоровления и получения позитивных эмоций, а также униформу бесплатно предоставляет Министерство соцзащиты Алтайского края. Татьяна Голубева, «День с толком».